А перед началом ролика хочу посоветовать вам очень классный начинающий канал Антон Вилла. Он снимает GTA CRMP, а именно Amazon Roleplay первый сир. Он крутит рулетку на бешеные суммы, снимает полезный и познавательный контент. Также проводит стримы, где он также крутит рулетку на хорошие суммы денег. Ссылка на его канал будет в описании. Я всем советую. Также, как только на его канале наберется 500 подписчиков, он между своими подписчиками разыграет 2000 рублей. Поэтому обязательно подписывайтесь, сам подписан, смотрю его. Ссылка, повторюсь, в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сером Amazon Roleplay. Первый сер, мы не здесь Кирилл Футбуль. Не забывайте вводить по ник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И при достижении 5 вы получите 50 тысяч, при достижении 10 вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Также большое спасибо всем, кто уже ввел мой промокод. Давайте по Новому году постараемся набрать 1000 введенных промокодов. И также не забывайте подписываться на канал. Цель до конца этого месяца набрать 14 тысяч подписчиков. Всем приятного просмотра. Ну что ж, как вы поняли по названию ролика, вышел наконец-то зимний официальный модпак. Он вышел сегодня ночью, примерно в 2 часа ночи по МСК. Ну что ж, сегодня у нас будет обзор этого модпака. Сразу скажу, что мало чего изменилось от бета-модпака. Нас об этом, если что, предупреждали, поэтому бомбить не нужно. Как бы есть и летняя, весенняя и зимняя версия. Я скачал себе зимнюю версию, версия модпака 2.5. Все автомобили теперь вот такие вот заснеженные, колеса заснеженные, стекла, ну короче вы видите, поэтому это очень круто. Я буду показывать в автосалоне не все машины, я буду показывать машины тех, кто, какие новые. Потому что бета-модпак, я думаю, вы все видели, я снимал про него видео и все с ним играли. Ну что ж, погнали теперь в автосалон. Короче, пацаны, у меня какая-то дичь. У меня просто зависала игра, и мне пришлось ее переустановить. Я вам советую сделать то же самое. Перед установкой модпака просто переустановите игру, потому что у меня просто-напросто на ровном месте зависало. Я не мог доехать до автосалона, и мне постоянно приходилось полностью выходить из системы, чтобы хоть что-то сделать, понимаете? Поэтому лучше переустановить игру, как это сделал я. Вроде бы я вот переустановил ее, и ничего не зависает. Это уже хорошо, это меня радует. Все, погнали в автосалон. Я вам буду показывать те машины, которые именно заменили. Те, что были в этом модпаке, я вам показывать вообще не буду. Итак, первое, что заменили, это вместо квадроцикла теперь вот такой вот мегаход прикольненький, на котором, наверное, можно будет ездить по полям, скорее всего. Ну да, типа, по снежным полям, я думаю, можно будет на нем ездить. В правилах, конечно же, этого нету, но, возможно, добавят. Идем дальше. Вместо Seat Cupra теперь вот такой вот Mark II старенький, очень классный, который мне нравится. Я, на самом деле, купил бы себе такой, но, к сожалению, у меня нету места. Но, пацаны, вам я его советую покупать, пока он стоит 500 тысяч, потому что, по-любому, он, скорее всего, подорожает. То можете его брать. Вот насчет крузака, пацаны, спорная ситуация. Я не помню, был ли он таким именно, или был он другим. Вроде бы он таким и был, но если нет, то напишите в комментариях. Я просто точно не помню. А, стоп. Lexus LS570, это теперь крузак, пацаны. Ого. Вот это поворот, конечно. И он стоит 5 миллионов. Но здесь написано Lexus LS570. BMW 570. А, нет, 750. Короче, BMW 7, пацаны. Бумер. Вот такой вот бумер за 900 тысяч. Тоже можете его брать. Это, если что, без модпака, это, короче, Savannah кабриолет. Такой автомобиль из GTA San Andreas. Ну, короче, вы поняли, пацаны. Можете, в принципе, брать, по-моему, он едет около 120 километров, поэтому тачка нормальная. Во, пацаны, самая классненькая. Это Mercedes E63S. Сейчас это, ну, здесь написано просто E63, а на самом деле это E63S. Также есть такой же E63S, только кабриолет купе, поэтому, пацаны, имейте в виду. Очень классная тачка, я именно эту машину очень ждал. BMW X5M в последнем вроде бы как кузове, хотя я не помню, это последний, пацаны, или нет. Я об этом говорил, когда еще скрины модпаки смотрел. Очень классная тачка, внешне он тоже мне очень нравится. Мне что нравился старый X5 обычный, что этот нравится, в принципе, но скорее всего этот покрасивее будет, поагрессивнее, черные ноздри. В этом еще цвете очень классно смотрится, пацаны. Ох, какая, пацаны, красавица, а? Вообще просто соска. Audi R8. До этого это тоже был Audi R8, но кабриолет. Но зимой кабриолет, знаете, такое себе, я думаю. Вы понимаете, поэтому его изменили, он теперь крышей, последний вроде бы как, да, это самая последняя R8, короче, которая была, и она очень такая симпатичная, сексуальная. Ну и последняя машина, которую изменили, это вот этот Mercedes Maybach. Он, кстати, у меня был, у него изменили решетку, по-моему, салон, диски вроде тоже немного изменили, ну, короче, посимпатичнее стал такой, теперь это реально больше похоже на Maybach, чем на Mercedes, ну и на порешетке. Но так, тачка тоже классная, пацаны.
меня она была, я советую вам ее брать. Это лучше, чем Rolls-Royce. Также, как вы можете заметить, изменили полностью карту. Теперь она вот такая вот заснеженная, красивая, симпатичная карта. Мне тоже она очень нравится. Ну, довольно-таки так атмосферненько смотрится. Потому что, ну, зимой зеленая карта, вы сами понимаете, это такое себе. Но так выглядит очень даже классно. Все проработано, все прикольненько, все классненько. Мне очень нравится. Реально классно сделано. В принципе, видно здесь, видите, рублевочку. Все прорисовано, все довольно-таки классно. Ну что ж, машины я вам всем показал, но показывать скины, я думаю, нету смысла. Что еще заменили? Заменили там пару скинов, их мало довольно-таки, зимних скинов там, ну штук 5-10 максимум. Но их показывать, ну пацаны, ну нету смысла, реально. Как по мне, самое интересное в модпаке это машины. Заменили также фуру, Scania теперь такая КамАЗ новогодний. Ну в принципе вы видели его и в моей сборке. Также заменили прицепы, там они по-другому выглядят, более такие, знаете, современные. Ну а так больше, пацаны, ничего не добавили, поэтому я на самом деле не вижу смысла показывать именно скины. Если хотите, можете сами его скачать, установить и посмотреть скины. Ну а так, я скины смотреть не буду, мне, честно, это не интересно, я даже их смотреть не собираюсь. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Что я могу сказать, ну, высказать свое мнение. Модпад хороший, как и говорили, что мало чего изменится, просто машины заснежены. И добавили там, ну, 5 машин новых, допустим, да, там примерно, я не читал, но примерно где-то 5 машин новых добавили. Но все равно это очень круто, наконец-то мы этого дождались. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, вводите мой промокод и всем пока-пока.